Сегодня я расскажу вам, как играть в Майнкрафт. Это Немо, и мы будем сегодня добывать резину. Но резина нам нужна не для того, чтобы перестать размножаться, а для того, чтобы увеличить наш индустриальный потенциал. Так, первым делом нам нужны доски. Доски у меня закончились, потому что в прошлый раз некий школоложка убил меня и забрал все, что у меня было в инвентаре. Что ж, может быть, это с одной стороны справедливо. Хорошо, что у меня не было с собой алмазов, допустим. Так, как видите, топорик он все дупается очень быстро. У меня же нет факелов. Да, это жалко. Золото. Хотя золото тут нафиг оно нужно. Единственное, только провода делать, разве что. Может, еще что-то. Кто знает, какие полезные рецепты для золота. Я лично не вижу им особого толку. Так, досок у меня много теперь. Сделаю краник для того, чтобы добывать резину. Потому что резина нам нужна. Она собирается при помощи краника с дерева гивеи. Гивея растет на болотах, как правило. Но иногда ее можно встретить и возле спауна, например. Отправимся на спаун. Добро пожаловать. Угу, спасибо. Я пришел забрать вашу резину. И это не то, о чем вы подумали. Так, где-то тут я видел выращиваемые деревья. Так, так, так. Вспомнить бы еще где. По-моему, в той стороне. Там был прям такой хороший садик с кучей гивеи. Там наверняка можно добыть много резины. Один момент, мне звонит, отключаюсь. Так, я вернулся, даже ночь еще не прошла. Это хорошо. Так, вроде бы деревья гивеи росли где-то там. Я на это надеюсь, по крайней мере. Вдалеке крипер и скелет. Спасибо, я не хочу с вами общаться. Эй, крипер, ты кто такой? Давай, до свидания. Ах, да чего же дебильские шутки сейчас пошли? Я же его хочу. Ну, это несправедливо. Хотя да, я бы тоже не был бы рад, если бы кто-то приходил и... Блин. Сволочь, отвали от меня, гад. Вот так. Что ж, раз все так плохо, придется нам добывать гиви где-то в другом месте. Так, знаете, ну я, наверное, делаю ошибку. Я пошел в ночь с одним топориком. Сейчас как... О, Эндер. Мило, спасибо. Вообще, давайте пока я добираюсь до какого-нибудь места, не знаю куда, поговорим о шутках. Вот как вы считаете, сейчас есть какое-то развитие юмора или нет? Потому что, на мой взгляд, юмор сейчас крайне низок и опускается зачастую ниже пояса. Да, конечно, я, может, не самый лучший рассказчик, но, однако, я стараюсь... поменьше говорить гадостей. Вот так. В любом случае, отдельная тема, это, конечно, вирусные видео. Потому что, как правило, они ужасны. И люди начинают обезьяничать, повторять фразы персонажей этих роликов. Зачастую просто грустно смотреть на это, потому что людям не хватает своего ума придумать нечто свое. Ну да ладно, мы отвлеклись от темы. А тема у нас Майнкрафт. Поиски гивеи. Я вижу их. О чудо. О, волшебные деревца. Надеюсь, вы не запривачены. Запривачены. Так. Найду ли я хотя бы одно древо? Мне всего лишь одно дерево нужно. Так. Иди нафиг. Так, скелет, ты тоже иди подальше, пожалуйста.
Черт. Так, ну в пустыне явно гивеи не растут. Смотреть его поближе, что ли? Так, ну конечно, так бродить можно бесконечно долго, поэтому посмотрю-ка я на карте сайта, где же можно найти болото с деревьями. Поставлю на паузу. Так, ну что ж, мне предстоит очень долго путешествовать через пустыню, поэтому я включу видео, когда дойду до места. Кстати, не могу не показать вам вот эту замечательную статую, которую построил кто-то из жителей сервера. Ну, как понимаю, это Бендер. Видимо, из той серии Футурамы, когда они попали на пустынную планету. Статуя, конечно, большая. Сделана она из песка и песчаника. Так, ну что ж, идем дальше. А вполне такие милые ландшафты здесь встречаются. Круглое озеро на фоне джунглей, а сзади практически бескрайняя пустыня. Ну что ж, я уже приблизился к болоту наконец-таки. Сейчас найду гивею. В основном мне, наверное, надо немного подпитаться. Прости, свинка, но ты умрешь во имя великой цели. Наверное. Ах ты ж, скотина, не оставила мяса. Неужели эта свинья настолько несъедобная, что с нее нельзя было хотя бы маленький шматок сала срезать? Так. Ой, я наконец-таки приблизился к цели своего путешествия. Вот оно дерево, гивея, с темным стволом и светлой листвой. Что ж, остается надеяться, что на ней еще есть резина, к тому же. Так, для чего же мне нужна резина? Как думаете? На свои варианты можете написать внизу в комментариях, для чего я ищу резину. Так, вот так, я добыл немного латекса. О, латекс. Так, ну дерево это я тоже себе возьму. Так, вот здесь еще одна гивея есть. Мне бы с нее пару росточков, я бы в деревне своих носатых человечков посадил. Так, она же? Ну да. Упс. Я не хотел тебя рубить. Но у тебя внизу все равно ничего не было. Так. По-моему, нет, мне показалось, что выпал саженец. Жалко. Ну, давай, давай. Ну, один саженец точно выпал. Где один, там и второй. Ну, до верха не достаю, поэтому посмотрим-ка. Нет, на этой дереве нету ни одного кусочка резины. Это жалко, очень жалко. Но, по крайней мере, я добыл... Ох ты ж, как тормознуло-то, а? Не знаю, что это было, но это было что-то нехорошее. Так, вот нам дали еще одно дерево. Йо, оперный театр. Мне нравится это место. Вообще обожаю, когда такие каньоны возникают в земле. Ух ты, ух ты, ух ты, и там... Ебать! Колотить. Ну вот как так надо было умудриться свалиться? Гениально. Ладно, по крайней мере, у меня есть кирка из металла. Что ж, добудем... Что же мы добудем здесь? О, я знаю, что... Мне нужен уран этот. Когда-нибудь он мне пригодится. Однозначно. Так, где там у нас металлюшка?
Я даже думал сделать здесь временное убежище ненадолго. Вот пока я не добуду нужные мне ресурсы, которые бросаются в глаза. Так. Что же. Пойдем чуть подальше. Мне интересно, где заканчивается этот каньон. Тут есть свинка. Милая моя свинка. Умри, пожалуйста. Так, тихо, падать мне не только не хватало. Мы аккуратненько спустимся, используя естественные выступы и ступеньки. Так, шаг за шагом. Так, я сказал, шаг за шагом. Как-то так, например, потом, допустим, вот так. Потом еще вот так. Это местами мы себе помогаем, конечно. Ну вот, собственно, я внизу. Где же лучше всего будет поставить временное убежище? Рядом с лавой, потому что она освещает. Главное, конечно, постараться не сгореть в ней. Это уже отдельный разговор. Так. Делаем немножко камня. Каньон под каньоном. Чуваки, да вы жжете. Слушайте, мне это место все больше и больше нравится. Может быть, стоило здесь построиться. А там глубина, наверное, до самого минимума почти что доходит. Ну что ж, построю здесь временку. Она будет очень маленькой. Этакий гробик из мрамора. Так, так. Где же сделал вход? Вот пускай так. А, у меня закончились мраморные штучки. Ну, сделаем как-то так. Жуткое, отвратительное, мерзкое убежище. Так, немножко деревяшек мне не помешает. Я даже думаю поставить здесь за место дверки, что ли. Куда она исчезла? Как-нибудь так, например. Так вроде ко мне никто не прибирается. Ладно, продолжение будем снимать позже. Сегодня я с вами попрощаюсь. Всем пока, спасибо за внимание.